Кремль пугает Украину новым оружием. Ура! Это ракеты «Циркон». Главное детище российской военной промышленности, которым лично хвастается Путин. Новейшие, не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Циркон», для которых нет никаких преград. Две недели назад он презентовал эти ракеты на военно-морском параде. Для всех нас Родина понятие священное. Под аккомпанемент патриотических слов он грозился применять это оружие при первой же необходимости. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. А потом и вовсе пообещал поставлять ракеты армии в ближайшие месяцы. Уважаемые товарищи, их поставка в вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Но это типичное преувеличение президента России, который любит сеять панику. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Дело в том, что ракета «Циркон» в принципе стреляла-то немного раз. О крайнем ее запуске Минобороны России сообщала в конце мая. Больше ни слова. Все это временно. И вот позавчера появилась информация, что ракету запускают в серийное производство. Минобороны РФ начинает серийное производство ракет «Циркон». Также на форуме «Армия-2022» Министерство обороны РФ подписало контракты почти на 500 миллионов рублей, сообщил Шойгу. Эта заявка заточена на запугивание, но даже украинские военные эксперты с этого насмехаются. Как обычно, в Российской Федерации на бумаге все хорошо, все принято. По словам Олега Жданова, российским инженерам предстоит еще хорошенько поработать над «Цирконом». Посмотрим, что с этим «Цирконом». Он, кстати, на сегодняшний день, насколько я понимаю, еще не закончено государственное испытание. То есть о массовом производстве этих ракет не может быть и речи. Не переживайте, завтра массовое производство, точнее массовое поступление в войска вместо ракеты «Гранит» противокорабельной не начнется. Такие фейковые угрозы Путин делает не впервые. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризации и денацификации Украины. Накануне полномасштабного вторжения Путин пригрозил всем, кто будет помогать Украине отстаивать свои территории. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Но вот прошло уже полгода. Весь цивилизованный мир поддерживает Украину оружием. Мы здесь, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России и нарастить обороноспособность Украины для завтрашних вызовов. А угрозы Путина переросли максимум фантазии его пропагандистов. Шарахнет. Шарахнет и сильно. Вы реально, что ли, не понимаете, что мы находимся уже не в секундах от Третьей мировой войны, а уже и секунды кончились? Эти угрозы российских ведущих могут только рассмешить европейские страны, о которых они рассуждают, но не более. Весь мир в труху, но не сейчас. Да, совершенно бахнет. Верно. Обязательно бахнет. Совершенно верно. Подобному пустословию хорошо научился и Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России. Экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам. В середине июля Медведев пригрозил Украине судным днем, если, не дай бог, в Крыму что-то пойдет не так. В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. И вот прошел месяц, и его слова словно стали пророческими. Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Вот только не в ключе судного дня, а в отношении взрывов и хлопков. После этого Медведев не только не сделал ни одного заявления по этому поводу, а даже удалил свою публикацию с этой провокационной угрозой. Укрыться будет очень сложно. Похожие примеры с фейковыми угрозами можно перечислять еще долго. Но достаточно и этих, чтобы понять, путинский режим не дружит с реальностью и не отвечает за свои слова. Это тонкий,
процесс длительный, который требует исключительной компетентности. В то же время нужно понимать, что Министерство убийств России убивает мирных украинцев без малейшего предупреждения, даже без намека на угрозы. Огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре. В этом цинизм, но одет совсем другое.